Это с него, да, выпало? Угу. Офигеть. Нажми пока мышь и держи. Нажми, держи, Жек. Рефлоу, рок-н-ролл, бро! Ну-ка, проб под собой, Жек, что будет? Ты улетишь? Нет, я просто далеко улетаю. Да. Стоп. А с него не было что-нибудь такое, что там, типа, ну... Каких-то фрагментов? Угу. Нет, не было. А должна упасть? Диспенсер выпал. Кольчужная броня. Что так не снимает, ты рандон, да и чинить будет. Да-да, хорошо. Так. Может, попробуем еще одного босса убить? Ну, нам нужно его найти где-то. Ну, это не сложно, Жек. Окей, я в птичку превращаюсь и полетел. А кто босс? Ой. Это кто? Это кто? Давай, где босс-то? Ну ладно, сейчас идем. Он, походу, один. Оп, какой-то салют. Это ты, ты думаешь, их много? Босс. А я нашел босса! Да? Угу. А нет, это не босс. Просто большой. Вау, ну большой это, по-моему, босс. Видишь, у него вверху такое название написано? Мне кажется, босс. Потому что когда, помнишь, мы убивали червяка этого, там тоже было такое название написано. Мяу. О, давай, еще немножко. Так, и последний удар, и рывок, бах! Так, что там было? Говно. Что-то новое? Хорошо. Что-то робо-ганнер. А, это вот он стреляет такими, типа, штуками. А, смотри, снайпер! Смотри. Да, я видел. Какая-то рахтелка. О, пауки, надо пауков тоже убивать. Так, в этом мире, мне кажется, больше ничего нет. Хотя... Смотри, вот кто я. Минутку. Ты кто? Ты кто, Жек? Вот я. Смотри, вот я. Ой. Нормально, снова разбиваешь, да? Ремячик. Так. Ну чё, может, пойдём отсюда, нет? Ну пошли, надо искать червяка. Ой, я меч выкинул. Так. Я меч выкинул, и теперь... Так, оп. А как там? Я нажал... Прикинь, у меня из-за эффектов я не вижу... как положить во второй слот... Ну, точнее, в две руки. Из каких эффектов? Из-за этой пушки? Resistance и Fire Resistance. Потому что я съел супер зато яблочко. Теперь только с одним мечом дерусь. Теперь жди, когда кончится эффект. Давай. А ночью муравьи спавнятся в этом мире, не знаешь? Ты должны. Значит, я этого муравейника вообще не вижу. Я муравейники видел. Вижу муравья. Такой он плохой, по-моему. Ну, в смысле, который нам не нужен. Ну, ладно, я нажал. Скажи, где ты будешь. Хорошо. Я... Вообще. Хорошем мире. А? В очень хорошем мире, вот. Где дракон? Где у меня 3 FPS? А, ну, понял. Ты не найдёшь. Слышь? Из-за чего? Из-за что мы в разных мирах. Так, не поясни, Жак. Нашёл муравья. Нашёл муравья бело-чёрного. Так, ладно. Хорошо. Да, а мне как цветить порталнуться? Я не знаю. Влад! А? Какой-то кристаллический мир! Кристаллический? И у меня все из инвентаря пропало. Чисто все из инвентаря пропало. Я как телепатироваться не буду, Жек. Не, Влад! А вроде бы должно обратно все вернуться. Или нет? Ну а прикинь, такой баг. Все из инвентаря забралось. Тут какие-то вортексы какие-то. Все какое-то странное, как Влад. Как тебе упасть, Жека? А как я без этого, без... Может быть, тогда какой-то новый мир там надо выживать? Не, Жек, когда путешествовался, есть шанс, что тебя кучу вещи украдут. Влад, тут какие-то... Они меня ничего не отнимают. Они отнимают. Я сейчас сдохну. Я сдох. А где мои вещи? Ну все, просрал, Жек. Итак, ребята, мы продолжаем. Мне вернули мою броню! Как вернули, да. Ну вы понимаете, как мне вернули. Ну это реально какой-то баг был, ребят. Я не отрицаю, что я взял ее из креатива, ну потому что. Это какой-то баг. Жек, было все продумано. Да, 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 забирают. Забирают все мои вещи, да, вообще ужас. Это подарок тебе, Жек, такой. Да, ну короче, я не знаю, мы читерили вещи. Если, ребят, короче, если очень много будет комментариев, чтобы я убрал эти вещи, я их сожгу в следующей серии, так что. Вот. А Влад, а ты сейчас в каком мире находишься, мне интересно? А я, где эти роботы гигантские? А я тоже там. Влад! Чё? Стопэ?
Японский калахрятик. Мобзила. Красавчик. Вот, давай, бьем его. 4000 хп у этого красавчика. Офигеть. Ах, убить. Я его один раз ударил. Он какой-то ватный. Мобзила, блин. Он у кого... Ой-ой-ой-ой-ой. Он же отрегенился. Жак, знаешь, что я думаю? Мне кажется, вот этих всех боссов нужно убивать с помощью ультимейт лука. Помнишь, что нам написали? Жак, помнишь? Угу. И что делать? Ну, я предлагаю сейчас каким-нибудь образом вернуться домой, сделать ультимейт лук, и можно пойти сюда. На этих боссов. Да, вот, я думаю, да. Мы так тупо тратим время. А как я его один раз ударил? Чуть не понял. Мне кажется, знаешь, ты не ты ударил. Мне кажется, просто, знаешь, внизу какой-то вот человек бегает и его бьет. Да, вот, слушай, я даже ударить не могу. Ура! Да, мы сделали это. Вон он. Че, прикинь, дома нету. Термиты все скушали. Да не, вроде я вижу, все нормально. С вами вроде термитов всех перебили, да? Вот и да. Хорошо. Так, все, я дома. Вот у нас эндермен что-то заспавнились, камень какой-то валяется наверху. Эндермен заспавнились? Один эндермен улетел вниз. Да, да, я видел. Смотри, Жак, смотри, хочешь прикол, смотри. Ну-ка, смотри, ударь меня. Эндермен, смотри, это Жак. А, он упал вниз, не понял, все. Так, значит, смотри, принимай свой обычный облик. Так. Интересно, что с этого мобзилы падает? Мне кажется, это офигенно. Ой. Критеран, да? Да, 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 да. Окей. Так. Сейчас, а что нам нужно для лука? Ураниум, вообще. А, это золотая ураниум, да. Потом нужен титаниум, но это у нас все есть. Еще нам нужны нитки. По-моему, туда был, да? Я да. Я их не взял, скрытивывают. А еще же ты можно. Прикинь, я, короче. Во-первых, я сдох. Скорее всего, что ты сделал? Я поставил этот. Дом горит! Ладно, сейчас потушу, не бойся. Короче, я поставил энергетический кристалл. А, ну молодец. И потом тыкнул на него. Смотри. Да не надо тут. Только... Я больше не буду, все. Только главное не ломай их. Угу. Крипер жив? Крипер жив. Правым камышей нельзя тыкать? Нет, не разбивать их нельзя. Я хочу. Жака, ищи нитку. А что, без нитки вообще не, да никак? Без нитки никак. Смотри, вот, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, ты что сделал? Это из этого мира, какая-то фигня. Ты вот. Ты меня призвал сюда, Жака, блин, дурак. Че ты тарелкой летаешь? Ты убил? О, все. О, Влад, ты тарелкой снял. Хай, всем привет! Дорогие друзья, с вами летающий диск. Пригодится. О, Power 5, ух ты. Все, отлично, так. Бух! Лук у нас есть. А дом не загорится от стрел? Не-не-не-не, стрелы не поджигают. Вот они летают, чмыри. Кто? Угадай, кто. Стрекосы. Пойду, нагну на бов. Так. А, чё там, скоро сплавится? Чё, я их не вижу, вот никого. Да, ничего чё? Себе тут! Вот, ну-ка ты пошнись ко мне. Ну подожди, не, я просто не знаю, что это такое, вот. По-моему, тут нашему дому сейчас капец был бы, если бы они это не увидели. Ты пошнись, пожалуйста. Ой. Подожди, дай сундуки сделаю, пожалуйста. Короче, тут, вот помнишь, такие кругляшочки-спавнеры? Ну? Их тут куча, просто куча. Они размножаются, ты в курсе? Ты биологию знаешь? Вот, а почему я не могу... Я, этот лук не отнимает им жизни. Ну ладно. Может, так, блин. Не-не-не-не, вот я серьезно тебе говорю, просто они не отнимают. Они, видимо, только этих боссов бьют. Окей. Тут какая-то руда, Влад, есть. На этих островах. Подожди. Руда. Так, чуть ты не сдох. Ты алмазы с собой забрал, что ли? Нет. Титаниум, Влад, тут есть. Ну, хотя, ну, руда. Ну, нормально. Алмаза нет, я с собой ничего не забирал. Ты только титаниум забрал с собой. Так. А пока тут чищу нам островочек. Все, сейчас сделаю 3 алмазных сундука прозрачных. Угу. И пойдем давай тогда сразу же в этот мир. Угу, хорошо. Они сами восстанавливаются, Влад, прикинь. Вот зачем ты посадил? Да не, не, прикольно. Я как вот эти, смотри, вот эти кругляшочки, они как раз и восстанавливают. То есть, если их сломать, то все. То все, как бы не будет спаниться, да? Да, да, да. Мне вообще прикольно, мне даже нравится. Можно потом какую-нибудь такую систему острова сделать. А я только не понял, почему стрекозы налетели. Вы сейчас мне же не налетели. Окей. Так. Все, складываем. Все драгоценности в один сундук сейчас сложу.
А, кстати, в этой сфере-то тоже можно летать, чё я туплю? В какой сфере? Ну, знаешь, который вот, кролюшечка, когда ты отбиваешь, ты становишься им. А, да-да. А я все время быстренько так переделываюсь в нормального. А, подожди, я сейчас хочу так кое-что сделать. Чё? Так, подожди. Чё ты боишься уже? Так. Что плохое? Да нет. Ага, ещё поставить островку 20, да? Не, просто он прикольно так выглядит, смотри. Ой. Здрасте. Я тебя не вижу, правда, а вот тебя вижу. Здорово, всё. Малыш, давай. Как дела? Иди сюда. Ага. Ну, давай, старайся, вот. Жив, прикинь, его должно натягивать надо, этот лук. Просто жив, как камыши. Да я знаю, да. Вот, пулемёт. Дом горит! Ну-ка. Горит! Ага, горит. Опа, не, вообще прикольно. Так, тут еще есть. Шик, помогай себе сундуки сортировать. Ага. Ничего не делает, сломал все и на меня загрузил. Ага. А-а-а! Спасибо! Ой! Ну все, ты сдохнешь. Ага. Ой, да, массаж. Конечно, массаж. Вот трактор. Че звуки? А-а-а! Так, исследую. Нашел вычисляю, чем? Вычисляю. Бежим! Я сейчас застряну, Хух, я успел выбежать. Да блин, фига у тебя облики прикольные. Они прям до конца остаются, не исчезают эти облики? Есть какое-то определенное количество. А, вроде бы до конца остаются всегда. О, прикольно. У меня такое ощущение, что мы что-то еще внизу забыли. А, мамочки! Кто меня духом дышит? Мой динозавр. Так. Шик, помоги мне, а! Задолбал. Все, сейчас. Ой. Че это? Ты-то-то? Че за... Свидание. Так, ладно. Ищем предметы. Я сейчас сортирую. Ты все подобрал? Кого подобрал? Внизу там все вещи подобрал. Да вроде да. Не врешь? Че там, что-то еще есть? Ну да. И что же? Ну тут сюда внизу видишь. А зафига столько много сделать титаниумовых этих штучек? Слитков? Да нет, всяких там лопат. Ну пригодятся же. Ой, я без воды не могу же жить! Да? Да. Ну вот вода же. Ух, все. Вот я тебе бассейн приготовил. А, да, спасибо, сейчас подожди тогда. 1x1, давай. Буль. Не могу пролезть. Так, давай, ой. Так, Грак, подожди, он начал. Ой, я могу дышать, а вот так не могу дышать. Стоп же, давай дыши. Нет, вниз слази. Ой, это не тот скит, подожди. Не могу дышать, остань. Выпусти меня отсюда. Ну так, ты знаешь, как меня трясёт, Влад? Ломаем. Так, ну отстань! Давай! Добрый день, Евгений, как у вас там дела? Все хорошо. Это нечестно. Ой, успею, надо! Жека, что вам делать-то? Ну все, пошли. Ну, правильно, Вал, все сделал, ну что, пошли. Все починил, все сундуки расставил. Вот, смотри! Нифига себе! Ты где такую шапку взял? Не знаю. Я такой, нет. О, вот о чем есть, Жека. Так, ну что, побежали? Побежали. Вот так! Ой. Стоп, а давай, может, на островках поищем, хотя... Не. Все же, когда мы тиримся вниз? Я муравьев имею в виду. А, не. Где ты их собираешься искать? О, это кто? У нас какой-то бот заспавнился, Влад. Где? Он меня откинул! Ой, я ударил его. Я ничего не вижу, Влад. Я ему что-то снес там вроде. Где он? Влад, а что у нас? Влад, что у нас с домом? Что у нас с домом? Да не, ничего. Ну просто монстров много.
Вот, а почему я не могу... Я, у меня какой-то бред. Я не могу взять в две руки это оружие. На R надеюсь, какой-нибудь сейф. Нажимаю, и у меня просто две руки становятся, а не два оружия. Крути, колесико, мышки крути. А, вот, все, понял, спасибо. Так, ну чё, Жек, побежали вниз. Да, мы сейчас тупим долго. Ой, падаем. Я вообще-то уже там был. Так, Мартра. Куча монстров. Куча боссов. Нам главное муравейник. Да, согласен. Так, я все еще выкинул, все еще выкинул. Так, криперы. Криперы тоже фигня. О, а слушай, этот лук очень мало сносит. По одному. А, я по 16. Нет. С одного удара так всех прикольно. А со своим, что он быстро стреляет, то... Смотри, мутант крипер, Влад, это нужно. Это нужно. Мутант скелет. Ну-ка, интересно. Стой, не убивай. Пусть интересно, как он будет бить. Просто стой, не убивай. Нифига, ты даже как курица, такая клетка. Вот еще как-то подпрыгивать умеет. Ты его убил? Джек, скелет его убивай. Влад! Ты видел? Он подпрыгнул на тебя. Кто? Мутант крипер. Нет. А, это ты? Да, это я. О, хорошо. Так. Окей. Ладно, потеряли там. Да.